Sugar Baby? Sugar. Алло? Привет, Джонни там? Нет, его сейчас нет. Кто это? А, это Крис, его девушка. Девушка? Это что за дела? Ты сейчас с его женой говоришь? Да иди ты! Мы встречаемся уже 8 месяцев! Прошу прощения! Мы женаты уже 6 лет! Ты, походу, прикалываешься. Скажи Джонни, что я больше не буду оплачивать его ипотеку, понятно? Скажи ему, чтобы вернул все, что я ему купила. Например, Теслу и подарочный сертификат из Прада. И скажи, что я удалю его задницу из моего аккаунта на Netflix. Подруга, я ж просто шучу. Я его сестра. Эй, я передам Джонни, что ты звонила, и добро пожаловать в семью. Пока. Вот такие вот они чаечки, ребята. Всем здорово, Саныч на связи. Кстати, ты подписался на мой трэш Бусти канал. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Ребята, вот она, женщина, почувствовала запах денег, да, ипотека платится, там разные сертификаты, хотя как бы они не ей, а мужу там и так. В общем, короче, снабжает финансово. Все, забыла про все, про любовь, про чувства, про все, короче, что говорила, как бы на бабки же текут, да, а если сейчас они поссорятся с этой телочкой, так скажем, да, ипотека платиться не будет. И что тогда? Тогда уже, в принципе, будущее будет ни хрена неопределенное. А что потом отжимать после развода, так как квартиру-то заберут приставы, да? Ладно, хрен с ней, встречайся с ней до тех пор, пока не выплатишь ипотеку, а потом мы с тобой разведемся, потом я тебя ополовиню.